состоится очень интересный поединок, пройдет он в категории 73 килограмма. Красный угол ринга приглашается боец, о котором ходят легенды. Вячеслав Алибаба! Юровский! Боец синего угла, представитель школы боевых единоборств, город Самара, Данило партизан. Итак, позвоночник затылок не бьем, канаты экипировки не хватает. Внимательно слушаем мою команду, пожали руки. Желаю вам удачи, разошлись по углам. Go!
Дамы и господа, активность бойцов зависит от того, Нет, я еще так же.
Ну, давай! И слева, давай, давай! Теперь справа давай! Вот так! Вот! Лайки, парни. Давай, давай.
Таким всем дедами быть. Челюсть стальная, непробиваемая. Вот засними, просто вот. Вот все нахуй в крови. Кого-то в стену 15 минут бил. Деду уважение вообще за такой бой. Не сдался. Я уже после того, сколько раз я уебал, думаю, это. Только по очкам, короче, придется выигрывать. Он не падает вообще. Все болит. Башка болит. Ноги болят. Дед из стали. Как этот, пипец. У пипца были эти стальные хуйни, вот такой же и дед. Дед из дерева. Просто нереальный дед. Вот, весь в крови, а я ему бью, он просто вот так вот, и все, идет вперед. Дай бог вам всем быть такими дедами, как он.